Два отделения горно-спасательной службы опускаются в шахту. В данный момент на отметке плюс 50 метров спасатели-вертолазы начинают эвакуацию пострадавших. Слева от нас мы видим, как прибывает медицинская служба для оказания помощи пострадавшему, который находится на... Спасательные подразделения покидают места проведения работ. К месту прибывает отделение группы пиротехнических работ. Сапер в защитном костюме КС-1 проводит идентификацию взрывоопасного предмета, определяет класс опасности. Костюм КС-1 имеет вес около 30 килограмм. Защищает человека от поражающих действий гранаты F1 и противопехотной мины на расстоянии до 1 метра. Осколочно-заградительной мины до 5 метров. Осколочно-ножевного действия до 10 метров. После того, как установлено, что снаряд от РСЗО «Град» можно транспортировать, саперы забирают его и в установленном порядке вывозят на специально оборудованном автомобиле на подрывную площадку. В период с 1 ноября 2014 года группой было проведено 476 заявок. Извлечено и обезврежено более 2000 взрывоопасных предметов. Обследовано более 50 гектаров местности. После того, как все пострадавшие извлечены, им оказана медицинская помощь, и они госпитализированы в лечебное учреждение. Очаги пожара ликвидированы. Взрывоопасные предметы извлечены. Руководитель проведения аварийно-спасательных работ докладывает министру МЧС оперативную обстановку. Оборудовано всем необходимым спасательным оборудованием для работы как на суше, так и на воде. Уменьшение пожара в ограниченных объемах на поверхности шара, а также непосредственно в горных выработках. Это камеры, купола, места с грязью выработки и другие тяжелодоступные места в горных выработках шара.
Его транспортировки в медицинское учреждение. Справа от нас мы видим, как спасатели водолазы готовятся к погружению для того, чтобы искренне... Личный состав направления обучения. Обучение действительно большие процедуры. Большое вам спасибо. В жизни вы делаете то же самое, даже лучше. Вы рискуете своей жизнью. Поэтому за эти учения. Большое вам спасибо. Но сегодня у нас есть еще одно мероприятие. Было вчера у нас праздник, день защиты детей. Перед нами собрались дети, которые в этой жизни совершили героический поступок. Их, и для них хочу сказать слово председатель Российского Союза спасателей Чтимов Сергей. Добрый день, коллеги. Я присутствовал на учении, начну со взрослых. Увидел большой профессионализм, большое вам спасибо. Я думаю, что мы, находясь тут рядом с вами, поддержим, поможем вам, помогаем, насколько сможем. Но самое главное, ваш профессионализм. Я доволен тем, что увидел. Большое вам спасибо. То, что касается детей, у нас есть такая награда, называется «За мужество спасения». Мы вручаем эту награду отличившимся людям, неважно какого возраста, люди вручаем тем людям, которые спасли через свою жизнь. Это очень ценная награда всего Российской Федерации. Мы вручили 60 наград. Мы решили постановление Высшего Совета часть людей
Донецкой Народной Республики. Детей в том числе наградить этими наградами. Прошу зачитать. Постановление Высшего Совета Общероссийской Общественной Организации «Российский Союз Спасателей» от 1 июня 2015 года, номер 173. События, происходящие на Донбассе, несут массовые жертвы среди мирного населения Донецкой Народной Республики. Спасение человеческих жизней наряду с профессионалами принимают участие юноши и девушки, которые, несмотря на угрозы для их жизни, спасают тех, кто находится в беде. Учитывая совершенно героические поступки, проявленные при этом мужество и отвагу, и в соответствии с положением о наградах Общероссийской общественной организации, Российский Союз спасателей и Высший Совет постановил наградить общественными наградами Общероссийской общественной организации Российский Союз спасателей медалью за мужество в спасении Жукова Данила Александровича, учащегося Ленинградской образовательной школы номер 1. Подарок Юлию Александровну, учащуюся Ленинградской общеобразовательной школы номер 1. Екатерину Ярославовну, учащуюся докучающуюся общеобразовательной школы номер 5. Кунгер Сергея Сергеевича, учащегося Троицко-Карцистской общеобразовательной школы номер 18. Медалью за отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации награждается Горешок Артем Алексеевич, учащийся Макеевской общеобразовательной школы номер 58. Олейникова Данилу Алексеевича, учащегося Макеевской общеобразовательной школы номер 58. Кирилла Михайловича, учащегося Макеевской общеобразовательной школы номер 92. Дружина Республика! Шачнева Данилу Александровича, учащегося Макеевской общеобразовательной школы номер 92. Республики!